Эти кадры несколько часов назад сняла камера наружного наблюдения. Перекресток Комсомольского проспекта и улицы Чайковского. Вероятно, маршрутка продолжает движение на красный. Вбок влетает легковушка, автобус опрокидывается на бок. На место приехали полицейские, пожарные и 7 машин скорой помощи. Пассажиров из маршрутки доставали через люк. Пострадали 7 человек, все взрослые. У одного из них тяжелые травмы. О случившемся доложили Алексею Текслеру. Он назвал недопустимой ситуацию, когда, цитата, «в погоне за выручкой водители забывают об элементарных правилах безопасности, ставя под угрозу жизни пассажиров». Конец цитаты. Глава региона добавил, в сфере транспорта надо наводить порядок. Такую задачу уже поставил перед руководством Челябинска.